Привет, я доктор Берг. В этом видео я расскажу о своей новой брошюре. Она называется «Не похудение ради здоровья, а здоровье ради похудения». Это очень действенный принцип, поэтому я посвятил ему целую брошюру. В ней около 60 страниц. Ее довольно быстро можно прочитать. Она доступна на нашем сайте. Ссылка будет в описании к ролику. Давайте я немного расскажу. Тут написано про кето и интервальное голодание. Это два мощных способа, с помощью которых можно добиться похудения и решить одну из самых больших проблем в Америке — инсулинорезистентность. Я считаю, что инсулинорезистентность лежит в основе большинства проблем со здоровьем в США, а возможно и в мире. Здесь я объясняю почему. В брошюре много иллюстраций, она быстро читается, и я постарался написать все как можно проще. Еще в ней хорошо то, что она показывает объемы всего в картинках. Например, в ней можно увидеть, сколько салата вам нужно, тут есть про кетоадаптацию, что нужно есть, 20% белка, 75% жира, 5% углеводов, и тут есть картинки всего этого. Здесь показано, как выглядят порции. Будь то трехразовое питание или двухразовое, чтобы у вас было представление, как это выглядит. А еще тут огромный раздел с часто задаваемыми вопросами, который многое прояснит. Это отличная брошюра, если вы хотите быстро с чего-то начать. Я просто хотел сообщить вам, что эта брошюра доступна. Переходите по ссылке в описании и читайте.